Предлагаем вам узнать, какие тайны скрывает ваш характер, выбрав кольцо. Посмотрите, какие они все разные и красивые. Вам предстоит просто остановить свой выбор на одном из них. Если вы решите, что именно оно будет прекрасно смотреться на вашем пальчике, остановитесь и узнаете много интересного. Кстати, если вы не можете определиться с выбором и мечетесь между двумя, значит, в вашем характере присутствуют черты, свойственные описанию обоих колец. Итак, выберите колечко. Если вы выбрали кольцо номер один, вы знаете себе цену и ведете себя по-королевски. В то же время вы остаетесь честны как с окружающими, так и с самой собой. Иногда вы слишком прямолинейны, и от этого испытывают неловкость многие ваши друзья и родные. Но ваше непревзойденное обаяние заставляет их забыть об этом практически сразу. Вашей искренностью и твердостью характера восхищаются все. Если вам симпатичен человек, вы все сделаете, чтобы ему было хорошо рядом с вами. Если же возникает антипатия к кому-либо, вы никогда этого не скрываете, и человеку становится ясно ваше отношение с первых минут знакомства. Если вы выбрали кольцо номер два, вы очень женственны. Ваша мечтательность и нежность позволяют вам оставаться юной в душе, независимо от возраста. У вас очень доброе сердце. Мужчине, которого вы полюбите, несказанно повезет. Вам очень идут платья и элегантные наряды. Вы не представляете жизни без мечты. Более того, очень часто ваши мечтания воплощаются в жизнь, и весьма часто вы видите вещи и сны. Ваш игривый нрав позволяет вам флиртовать везде и с каждым. Если вам действительно понравился мужчина, очаровать его не составит вам никакого труда. Если вы выбрали кольцо номер три, вы прирожденная хищница. Ваша дикая энергия выплескивается наружу в необходимый для вас момент. Ваши выразительные глаза невозможно забыть. Окружающие стремятся плотнее познакомиться с вами, чтобы продолжить дружеское общение. Однако близко к себе вы подпускаете только избранных. Вы не прощаете предательств и измен. Ваша жизнь является предметом повышенного интереса для окружающих. Очень часто вам завидуют люди. Однако вы не особо переживаете по этому поводу. Если вы выбрали кольцо номер 4, вам понравился этот забавный котик, а вам известно, что кошки живут двумя линиями жизни. Про вас можно сказать то же самое. Вы живете в двух мирах. Ваша красота и духовность способны на исцеление. У вас обычная внешность. Вы веселая и простая женщина с широким кругом общения. С вами приятно дружить. Многие замечают у себя хорошее настроение после общения с вами. Если вы выбрали кольцо номер 5, ваше привычное состояние – это состояние влюбленности. Причем любовь проявляется не только к мужчине, но и к обычным вещам – работе, домашним заботам. Обожаете путешествовать и готовы делить домашний уют с любимым человеком. Ваша обворожительная улыбка заставляет улыбаться окружающих. Для вас ценен каждый прожитый день, каждая минуточка. Если вы выбрали кольцо номер 6, у вас идеальный вкус, спокойный характер, у вас отлично развит вкус стиля. Вам стоит больше доверять своей интуиции. Вы настолько проницательны, что ни одну тайну невозможно утаить от вашего взгляда. Вы отличный собеседник и надежный друг. Вам всегда можно доверить свои секреты. Вы цените в людях остроумие и надежность. Вы далеко не легкомысленный человек, и если влюбляетесь, то всерьез и надолго. Напишите в комментариях, какое кольцо вы выбрали. Согласны вы с этим результатом? Если вам понравилось, обязательно поделитесь этим тестом с друзьями. Еще больше видео вы можете увидеть, нажав на подсказку в правом верхнем углу экрана или зайдя на канал. Специально для вас там собраны уникальные тесты, которые раскроют самые невероятные тайны вашей личности. А чтобы не пропустить новые и самые редкие тесты, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик.